Кушать мы захотели. Короче, стояли пробки. Целый час пробки простояли. Слово жрать хотели. Здесь у нас есть. Икра 0,5, 2500. Что, выбрали? Вот. Нам 2 завертона с курицей. Какая икра дорогая? 3 завертона с курицей. 0,5. А? Икра 0,5, 2500. И без курицы или со свининой? А, без разницы. Тогда 4 с курицей, 1 со свининой. 4, да, с курицей. Мне лично этот зоопарк не хочется. Я уже говорила, что я не люблю животных смотреть. Но, ну, дети хотят. Они хотят, одна я не хотела. Ну, и поехали. Что делать? Поехали. Будем смотреть животных. Ой. Короче, завертоны будем сейчас есть. Чего? Кушайте, стойте, чего? Давай. Уже добрались, и я уже устала. А здесь, оказывается, ходить пешком, это не мое. Ужас. Бедная я. Да, вряд ли бы он не развел. Кутя-кутя. Ой, кутя-кутя. Это не пес и не кот. Как его? Цыпа-цыпа-цыпа. О, попрошайничает. Попрошайничает. Мороженку дайте. Собака, что ли? Не даешь, говорит, не подойдем.
Вон зомби лежит, вот за решеткой вон там, вот. И шуши только. Из них на той стороне за решеткой. А, ну вот вижу. А, вот, ну, а здесь птичка какая-то, ладно. Пазаны или кто-нибудь. Пазаны. Куропатки. Это мальчик. Трей, трогай, так, я никому не мешаю, нет? Не мешайте. А мне кажется, как бы, ну, мне мешают. Всем здравствуйте, добрый день, меня зовут Олеся. На данной территории я ваш проводник. В парке есть определенные правила, которые нужна вся женская половина парка. С бутылочки коровьим молоком. Сейчас я перейдем на общий рацион питания. Зеленка, сушка. Иди сюда, сын мой. Иди сюда, сын мой. Побежулька. Как только... Он также подрастет, его переведем в неконтактный парк копытных, либо, собственно, не делись, либо переведем его также в заповедник, так как он уже не выживет без человека. Гнюк. Рядом у нас находится логово или ночной вольер одного из тигров, а именно тигра Амура. Именно здесь животное проводит ночное время суток. Чуть выше имеется будочка, домик, где он спит. А чуть ниже находится стол или обеденная зона, на которую мы кладем сырое мясо, говядина, свинина, баранина. Также рыба, кита, горбуша, сима, некоторые разновидности селедки. Каждый вторник у него день живого кормления, живые кролики, куры, бараны. Сейчас каждое животное находится на дневной территории парка, куда мы с вами отправимся и пообщаемся за животных. Молодой человек, придется малыша спустить, то что поверхность, так, что, так скажем, не сильно ровная. Не дай бог, споткнетесь. Куда потом? Чего потом будет? Сейчас поднимаемся прямо налево наверх и стоим, ждем меня. Так, я уже впереди бежу. О, Бэмби. Там прикольный игрушки. Огонек. Поднимаемся туда, направо, налево. Наверх, значит. Чем больше доросла курочка, тем было более понятно, что это не самка, а самец. Выделили личную территорию. В 2015 году к нам прибыла по обмену животными тигрица Усури в полуторагодовалом возрасте. 2,5 года стала первый раз мамой для нашего тигренка Шерхана, который сейчас по программе находится в Арабских Эмиратах в районе Абу-Даби. Также, собственно, 2 года назад она снова подарила нам 2 близнецов, тигрицу Владу и тигрицу Амбу. Сейчас на территории гуляют именно раз в год, раз даже в 4 года самка приходит на территорию самца, помечает территорию. Вон они. Вон. А где второй? Не знаю. А, вон в том углу. Если будет визуально по запаху самка нравится самцу, он примет предложение на брачный период и проведет на территории самки до месяца. После того, как самка поймет, что в положении, она прогонит самца, обеспечивая дополнительную безопасность своему потомству. Именно самцы несут угрозу для будущих котят, так как для них они пищевые территориальные конкуренты, в том числе идет конкуренция за внимание самки. За один брачный сезон самец способен нагулять до 15 или же 20 самочек. Подъем! Доброе утро! Подъем! Ну, конечно, мне если бы так в 6 утра сделали, я бы прибила. С учетом того, что это очень пассивные животные, которые могут проспать 24 часа в сутки, то я понимаю прекрасно ее... По ее морде недовольствие. Чего это? Не нравится этой прекрасной леди. А
пойдете под копытных, вот, не сможете поконтактировать с нашими оленями. Кто-то здесь хочет постоять, да? Какие лапища. Ну, Вик, куда ты не подсадишь? Котяра. Наши уже убежали, да? Вообще пофиг, уже надоели люди. Каждый день одно и то же. Ходят, все это мелькает, но... Ушки белые. Черные. Какие глазки. Красавица. Красавица. Ой, красавица. Ну, вообще не засадить. Это самка и самец манжурской косули. Сами по себе они небольшие. Распространены по всем широколиственным лесам и хвойникам. Масса тела такого животного от 30 до 40 килограммов. Максимум набирает массу тела до 60 килограмм. Прекрасные стайные крупные животные могут жить группами до 10 или же 20 особей. Сколько можно ее гонять? Не поесть не может, не жуша. Здравствуй, Марусь. Я за вас. Это чисто женский феминизм. Он иногда приходит... Не знаю, попроси. Конечно, сейчас каждому дам. Давайте по чуть-чуть, то что они сами небольшие. Может полезть целоваться, потому что ты пришла к ней без угощения. Она у нас дама строптива, с характером. И если приходить к ней без угощения, может лезть целоваться. Не знаю, от обиды или еще как. Но зачастую... Возьми для нее корм, две ладошки ставь. Бэби, не выпендривайся, а. Опа, тя. Зажрал бы. Смотри сюда. Я тоже у нее руку. Ауч! Что ты? Не знаю, мне хотел укусить. Ты успел спорить? Чего ты? Перекусить. Такой типа отодвинься. Ну вот. Ну вот это ништяк получил. Вот тут он, ну видишь, на суд хотел. Перекусил. На территории его близко нашел. Ай, укусила. Ну так, чуть-чуть, с легонца. Да. Я тебе потом буду толкать так. Давай поближе подойди. Гуманно. Масса тела самки может достигать от 40 до 50 килограммов, самец же от 50 до 60, в редких случаях 70 килограмм, размером 1,12 м до 1,5 метра, а? Да. Да. Это бывшие южане, а именно бывшие коренные жители Кавказа. Их раньше называли именно кавказский барс или амурский барс, сейчас их называют. Я понимаю, да, но чем выше поднимался человек, плюс не забываем за войны на Кавказе, чем выше поднимался человек, плюс это вся беда, тем его залезть и, собственно, даже прыгать по деревьям с ветки на ветку, под наклоном, разумеется, на невысоких, так скажем, уровнях, до 2 метра. У самцов не обладают не только клыки, но и, собственно, мускус.
Ужас, я уже устала. Подъемы, спуски. Не для меня это все. Ой, да лучше бы я дома осталась, пошла на пляж бы и там купалась бы. Это в Англии. Не будем заливать. Ну, заливай, нам все равно короче, не могу. Это как будто я, знаете, у себя там в Улаве, то есть, как его, гора у нас этот. А, утес. Аури. Вот она утес Аури. Покажи пятку. Собиралась. Да не стесняшку, а пяточку. На, Миш. Миша. Что-то там какой-то Миша. Миш. Вот что за фигура? Миша, на. Миша. Не может бедный ее съесть. Лапа огромная. Миша. Эволюция надо, чтобы сделать. Миша! Миш! Пасть просто открой, я тебе в пасть положу. Давай по-братски, ну. Давай, ладно. Телефон не уроните ему. Там как будто. Давай. Бродяга. От жары умирает. Шапка. Мимо! А, нет, тут ел. Медведь, вот он. Давай, Миша. Какой? Давай. Давай, кто-нибудь залобай. Ой, какой. Молодец, молодец. Давай, пасть. Да, пасть. Вот он. Маша и ты научилась пасть открывать, когда им плохо, что там положили. Здесь у нас пасть гималайцев. Медведи гималайцев у нас пять. Настя, Чук, Винни, Пух и Достыга. И два буряка, Миша и Маша. Глаза как у человека. Брат и сестра. Перед нами пытался что-то снять. Миша, у него очень это все дурно выходит. Так как я привыкла работать с Машей. Ого. А где-то вон спят. Ати. Маша. Да, я не пришу тебе. Саня, кто, если не дать, возьмешь этот пир, Маш? Шарка, конечно, в шубе. Мощно. Смотри на того медведя, на второго, смотри. Машенька, только ты спасаешь мир. Бурые медведи массы тела достигают до 350 из самых больших Камчатки. Они достигают массы свыше полутонны. Также, собственно, у нас здесь живут на территории гималайские белогрудые медведи массы тела от 110 до 180 килограмм ведут полудревесный образ жизни. Большую часть времени проводят на деревьях. Маш! Медведи на 85% вегетарианцы питаются растительной пищей, ягоды, грибы, желуди, орехи. Также, собственно, едят мясо, но предпочитают, естественно, ферментированное, так как от свежего у них не сварение. Прекрасно любят рыбу, поэтому, собственно, селятся недалеко возле водоема и даже запоминают, когда у той или иной рыбы идет нерест. Видишь, жарко. Что это там водоем божий, позорище какой? Уже все выплюхали, потому что. Ой, побольше им надо. Зрение хоть у медведей довольно-таки плохое, запахи они чувствуют более чем хорошо. Запах меда в тайге они могут чувствовать на расстоянии 8 километров, а жужжание пчел услышать на расстоянии 5 километров. Также по пересеченной местности медведи могут спокойно бегать со скоростью 60 км. В начале ноября и спят до начала марта, конца марта. Вот это мяса очень много. Ты же любишь игрушки, он тоже.
Сейчас дождемся всех. Здесь у нас неконтактный парк копытных. Перед нами чистокровный самец, зовут Рома. Чуть дальше буян. Рядом с ним находится, находится гибридный олень по кличке Июля. Смесь пятнистого оленя и зубра. Также занесены в Красную книгу. Это может получиться как случайно в естественной среде, так и в засадах. Кто там бегает? У гибридов более темная полоса по холке. Самый крупненький и поменьше — это малыш нашей самочки Чикули. И выпал на месяца. Два. А это подсадники держат. Уточки идут такие. Ой. Красивые, сколько я их съел. Смотри. Утя. Да, аккуратно. А? Да нет, они не даются гладить. Сапля сидит. Еще куда пошла? Подожди. Сидит такая беленькая. Ура, все, закончилась экскурсия. Мои мучения закончились. Я птичек у меня. Устала я. Это не мое. Вон они тут сзади. Я спинёшку. Ой, в туалет сходить. Вот так, да? Ладно. Что случилось? Ой-ой-ой, ой, боже мой.